Привет, меня зовут Наташа, ты на канале Natagbiana Games, и я прохожу игру, которая называется «Остров обезьян. Часть вторая. Месть Лечака». И что, мы здесь уже в логове Лечака. Так, нет. Куда нам идти? Куда, блин, идти? Закрой ящик. Блин, что ты не шевелишься? Не идешь. Муж, ты чё? Что такое? Что тебе там приснилось, моя девочка? Кошке приснилось. Так, ладно, идем посмотрим его замок. Проход. Сломанные указатели. Зашибись! Нам сейчас какие-то подсказки. Nice. Что-то надо решать, да? Тоннель. Уродливое костяное изваяние. Фу, зашибись. Так, ну я понимаю, это у нас там на другом острове был такой же туннель. Так, подожди-ка. Клетка. Что за клетка? Там кто-то висит. Это Уолли. Уолли. Мистер Браш, это вы? Ты в порядке? Ужасно. Они похитили меня из офиса, притащили меня сюда в матросском чемодане, допрашивали меня, а потом они... Что, что? Они забрали у меня монокль на время. Ясно. Карта Уолли. Что с картой? Уолличак забрал ее. Ну, какая разница? Какая разница? Да, я всю карту запомнил, пока он ее не забрал. Клад на острове Мал. Это недалеко отсюда. Когда ты освободишь меня, мы можем украсть корабль и отправиться туда. Так, ну-ка, побери. Сейчас я... Ну-ка, поберегись. Сейчас я выбью дверь. Что? Тут ты спятил, иди найди ключ. Возможно, он хранит его в своем офисе дальше по коридору. Можешь прекратить качаться, раздражает. Извини. Я хочу кое-что рассказать о твоем монокле. Дред украл его. О, я знал, он всегда завидовал моему интеллектуальному виду. Я постараюсь найти ключ. Оки-доки. Скважина большая. Он сказал идти дальше по коридору. А куда тут идти дальше по коридору? Да наверх что? Ладно. Так, наверное, туда надо идти. Как же? Дверь какая-то. Так, ну... Да. Я думаю, туда. А, вот же какой-то... Не, подожди, что-то я не понимаю. Не-не-не, мы обратно вернулись, подожди. Боковой тоннель... Тоннель. Боковой тоннель. Так, подожди-ка, тоннель. Ну-ка, давай-ка... Давай-ка подумаем. Так. Ага. Так, секундочку. А я думаю, у нас где-то должна быть подсказка. Так, а вот нога садится с бедром, берется с рукой. Непонятно. Ладно, пойдем туда. Ничего не понимаю. Так, подожди. Так, подожди, подожди. Нога соединяется с бедром, бедро соединяется с рукой, рука соединяется с ребром. Нога соединяется с бедром, бедро соединяется с рукой. А нога соединяется с бедром. Ой, вот это же очевидно, нет?
Я не туда иду, что ли? Это что ли? Так, сейчас... Секунду, надо немножко поднапрячь мозги. Ага. Нога соединяется с бедром. Бедро соединяется с рукой. Рука соединяется с ребром. То есть про череп тут нет ничего. Может, туда пойти? Нет. Не тудой. Я что-то не понимаю. Почему я сюда всегда выхожу? 2000 years later. Так, ну вот, да, это что у нас? Это ребро с ногой, так, череп с ребром. Надо искать череп, а потом ребро. Нет тут никого. Вот это вот. Опять не так. Я не понимаю. Может, я как-то не разбираюсь в анатомии. Я не понимаю. Я не понимаю. Вот я в... нога с бедром. Да? Потом вот это вот, да? Да, два, три. Череп с ребром, ребро с ногой. Вот это же. Вот. И последнее. А рука с черепом, череп с ребром. Рука с черепом, череп с ребром. Вот оно. Фу, мы это решили, господи. Я столько времени на это потратила. Господи, боже мой. Нужно сохраниться. Что здесь такое? Большая дверь. Дверь для собаки? Так, вуду ключ. Забираем. О, черт, нас поймали. О, Гайбраш Трипвуд. Наконец-то ты пойман. Я искал на каждом острове. Отошел, обошел все моря. И теперь ты мой. Что скажешь напоследок? Было бы проще, если бы ты указатели развесил. Ларго! Да, сэр или Чак, сэр. Отведи Гайбраша в пыточную камеру и подготовь механизм. Да, сэр. Вот черт, нас сейчас будут пытать. Нет! У тебя больше неприятностей, Гайбраш. Теперь ты мой, я отомщу тебе за то, что ты сделал со мной. Эй, почему мы, друзья, не выпьем? Молчать! Есть только одна вещь страшнее, чем быть воскрешенным из мертвых и засаженным в гнилое тело. Ты знаешь, о чем я? О том, что произойдет с тобой.
Разве мы не можем просто... Видишь эту свечу? Когда она подожжет веревку, мешок упадет на меха. Когда они будут сжаты, они выстрелят свинцовую пулю, которая отрикошетит от сковороды, потом от щита за мной, отскочит от другого щита, и в конце попадет зеленый шарик. Когда он лопнет, рычаг опустится и освободит... и отправит тебя прямо в яму с кислотой. Господи, я... Ты знаешь, что случится потом? Ну... Я возьму твои кости, которые будут жить и дико болеть, и сделаю из них стул. Я буду называть его моим кричащим стулом. Каждое утро я буду сидеть на нем и слушать твои крики. Вопросы? Так, хорошо. Что делает свеча? Свеча пережигает веревку, мешок с песком падает. А что произойдет, когда мешок упадет на меха? Меха пустят свинцовую пулю в сковороду. А как свинцовая пуля попадет в шарик? Она отскочит от грязных вещей. Если это 4, это 2, то сколько это? Я устал от твоих тупых вопросов. Приготовься умереть. И куда он пошел? Зашибись. Он не сказал, что собирается сделать со мной. Пуфик для ног. Так. Уолли. Ага, так, а что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Такс. А, соломинка, зеленый напиток. Там что-то чуваки говорили про зеленый напиток. It's a crazy straw. Так. Ага. И что делать? Boy. Ого, эта штука делает мою слюну густой. А, плюнуть вольно? Смотри за плевком! Ага, может быть еще в шарик плюнуть? О. А, может быть еще вольно плюнуть? Колесо смерти туда плюнуть. Ага, у меня во рту пересохло. Черт. Давай еще попьем. Так, мне, значит, надо тут плевать во все подряд, так я понимаю? Ага. Харкнуть щит. А, подожди, плюнуть щит, откашлять щит, вычихнуть щит. Вы харкнули. Черт! Может быть, в свечу он попадет? Это лага, блин. Подожди, что делать? Я могу так долго плевать. Сковороду, может быть. Бедолага, господи, бедный Уолли. Так, куда ж мне плюнуть-то? Boy, this stuff makes my spit thick. Так, ну я не знаю, давай сюда. Ага. Ого, получилось! Только что получилось, мы выключили свет. Что происходит? Ларго, зажги свечу. Гайбраш сбежал. Найди его. А, сейчас Лучек точно разозлился. Ага, Уолли. Да. Где мы? Хороший вопрос. А, ящики? Я не могу нащупать крышку. Вещи? Там тяжело. Такс.
А есть у нас что-нибудь? Свечо? Или что-нибудь подобное? Не знаю. Какая-то чепуха. Я думаю, это обычные спички, а эта штука похожа на бомбу. Зашибись. Так. Ага. Ёлки-палки! О! Тротил динамит. Нормально. Классно, конечно. Ого! А Олли-то где? Остров Мал, глава 4. Мы уже приближаемся к концу. Несколько часов спустя. Приветствуем. Табличка. Давай вставай, блин. Черт возьми! Давайте сделаем карту и поделим ее на 4 части. Не так. Так, давай-ка, что-то бутылка. Я хочу, чтобы моя внучка вышла замуж. Приветствую вас на острове Мало. Олли хочет крекер. Дистиллятор. Так. Пусто. Олли хороший. Хорошо, повторим еще раз. Не-не-не, не так. О, блин. Герман Тухо тут медитирует. Привет, Герман. О, привет. Я ждал тебя. А что ты имеешь в виду, говоря, что ждал меня? Все шло к этой нашей встрече, конец моего существования, близок. Все остальное было ожиданием этого события. И почему ты всегда так говоришь? Я никогда не повторяю фразы, но фразы повторяются одинаково. По-моему, дед перегрелся на солнце. Хочешь сказать, вся твоя жизнь была только лишь прелюдией к нашей встрече сегодня? Твоя тоже, но смотри-ка, момент встречи прошел. Теперь наша встреча не что иное, как великая увертюра для будущего события. Да. Что ты тут делаешь? Я обучаю философии. Кого? Попугая? Прямо здесь, на пляже? Это, конечно, круче вершины Тибета. Я могу заняться серфингом, когда все уляжется. Какой именно философии ты обучаешь? Неоэкзистенциальный картезианский дзен-алулизм в этом году писк моды. Сколько у тебя студентов? Ни одном в данный момент, но как только подойдет слух, что такой гуру, как я, обучаю в таком прекрасном месте, мне придется отбиваться от желающих. Можешь поучить меня философии? Хорошо, вот тебе дзенский Коан? Чё? Философская загадка. Если дерево упало в лесу, но никто этого не слышал, то какой цвет дерева? Если дерево упало в лесу, но никто не слышал... Коричневый, голубой, травянисто-зелёный, красный... Красный? Не-а. Травянисто-зелёный? Не совсем. Голубой? Нет. Коричневый? Даже не рядом. Да какой? Пурпурный, что ли? Аквамариновый? Синий? Я сдаюсь. Подумай над этим еще и затем возвращайся с ответом. Козлина. Ну-ка, бочку давай. Да, здесь же крекер! Брак! Концепт так. Олли хочет крекер! Ну, давай дадим Олли крекер, не знаю. От пруда отправляйся на восток к динозавру.
Олли хочет крекер. Пусто, да? А ящики, что в ящиках? Не, они пахнут линчусом. Так, ну пойдем. Динозавром, так. Пойдем. Так, вот же дерево, вот же... Ладно, пофиг. Туда? Угу. Так, веревка нам... Крепко прибита. А что там написано? Динамит. Бутылка. А что нам? Она пустая и заткнута пробкой. А что мне сделать с этой бутылкой? Может быть ее... Так, подожди. Чем открыть-то этот сундук? Думаю, опасно так открывать, ведь впереди написано динамит. Так, куда нам идти? Может быть, сюда? Он сказал на восток идти, к динозаврам. Блин, что-то я, походу, сейчас... Естественно, я сейчас заблужусь! Не, ну все, короче. Любят они такие головоломки, я так понимаю. Где нужно просто так блуждать. Я обратно пришла. Так, так, у меня есть идея, может быть, эту бутылку разбить от дерева. Не джунгли. Бутылка джунгли, дерево, вот. Ага. Прекрасно, мы сделали розочку. Разбитая бутылка. И что мне с ней делать? Деду этому угрожать? Так, может тут еще что-то есть? Бокал для мартини? О, подожди, колом. Ну как я его не заметила? Так, подожди-ка. Может быть... Ага. Похоже, вся соль из нее ушла. И мы что получили? Мы получили бокал водой. Так, подожди, что он говорит? На восток надо идти. Надо идти на восток к динозавру. Этот попугай говорит, да? Ага. Полли, говори давай. Полли хорошо, повторяем еще раз. От пруда отправляйся на восток к динозавру. Пруд еще надо найти. Так, туда вроде нет. А мы пошли вот туда, да? Где там этот ящик? Сейчас мы откроем ящик, да? Динамит, как и написано спереди. Ну так бери его. Чё нам? Так, а теперь куда? От пруда идем на восток. Да? Так, ну-ка пойдем-ка. Пойдем-ка сюда. Посмотрим. Так-с. Сейчас опять я заблужусь, как обычно. Так. Ага, мешок какой-то. Что это за мешок? Я не могу дотянуться. Ну-ка, может быть, бутылка его? Потрясающе! Что это, блин?
Это смесь несоленых крекеров, надо просто добавить воды. Ну, у нас есть вода. Не открывает. Так, подожди-ка, ну возьми себе туда. Так, вот так. Мы получили два крекера и пустой стакан. Ладно. Пойдем обратно. Такс. На восток нам надо идти. Сейчас, сейчас все будет. Так, мы идем туда. Значит, нам нужно идти направо. И только направо, да, я так понимаю? Что это за попугай? Они нам показывают, наверное, куда надо идти. Да? Вот он, динозавр! Не-не-не! Подожди, подожди, это же... Коль хороший, от пруда отправляйся на восток к динозавру. Так, окей. Ага. Еще. Подожди, Полли. Полли. Давай-ка мы ему дадим крекер. Может, он что-то еще скажет. А динозавр отправляйся на север к груди камней. Вот туда пойдем. На север. Наверное, всегда, да, надо идти на север. До груды камней. Ага, вот. Отлично! Так, давай-ка, Полли, на тебе еще. Жри этот крекер. А что случится дальше, мы узнаем уже. В следующий раз. А пока подписывайтесь, ставьте лайки и пока.